уже темнеет. Время 6:00. Но это наш последний отель на сегодня. Аладдин. Ну, посмотрим пляж. Он такой же, как в Али-Бабе. Туда дальше будет самый лучший из всех пляжей. Пляж Жасмина. Сейчас пойдем смотреть Аладдин. Бассейн подогревается до 28 градусов. Здесь небольшая детская зона. Основной ресторан Аладдин. Идет обработка от москитов. После 17 часов обрабатывают каждый день. Сейчас на два этажа, на задание бунтан. Номер стандарт. Это я. Так, что тут у нас? Наличка. Сейф. Дополнительные подушки. Халаты, тапочки. Чистенько, аккуратненько, ничем не воняет. Аладдин Бич Резорт. Ну, вот такой стандартный номер. Два дня в неделю работает бесплатное меню на мой продуктовый ресторан. Это в понедельник и также в пятницу. Работает бесплатное меню рядом с меню за дополнительную плату на мой продуктовый ресторан. Также можно сказать, что ресторан итальянский работает 3 дня в неделю, и также ресторан монгольский. Он работает каждый день, обе монгольские, с 14:30 до 16:30. Также у нас есть аквабайк. Аквабайк работает с начала 7:10 утра до 6 дня. И есть вебное время, и потом работает еще с начала 7:14 до 17. Нагревальный? Да, Али-Баба, Асимба добивается. Али-Баба, наш гость, он можно кушать ужин в ресторане Али-Баба. Можно кушать ужин в ресторане Али-Баба. Но все рестораны, они разглашены на отеле Аладдин. А что бы еще три отеля не добавили? Все пять рестораны, они разглашены на отеле Аладдин. Мысли материализуются. У вас есть какие-то вопросы? Программу изменят. Ты приедешь и скажи, девочки, цена в отеле поставили. Ставьте по 15. Это основной ресторан. Ну, они можно использовать, можно использовать бои, можно использовать. А мы еще что-то будем смотреть? Какую-то категорию номера, да? Да. Что? Ты еще? Bad motor machine. What you whooping on me? Truly to me.
можно прийти. Семейный номер, здесь вторая комната. С king size должна быть. Ну да, так и есть. Там балкон. Чайный. Туалет такой же. Там за стенкой душ. Аладдин, открой мне дверь на ресепшн. Все сам откройся. Еще трусики, правда, упаковывают. Ой, бля. Походу, я просто скидаю все, сомну там и закрою чемодан. Вот так. О, приветственные напитки. Приветственные напитки. Это ресепшн отеля Аладдин.